Что касается вашего настроя, то в этот период вы можете быть озабочены тем, что кажется прерванной связью, недостатком ясности или понимания либо в вашем прошлом, либо в нынешней ситуации. Может возникнуть множество планов и стремлений на какие-то малоэффективные дела, приложение бесплодных усилий к их реализации или же осуществление каких-то бесполезных переговоров, поездок или обучения. Поэтому вам следует быть очень внимательным и наблюдательным к происходящим вокруг событиям на данный промежуток времени. Уходить от излишней болтовни, не доверять любой информации и предложениям, лучше их перепроверять, потому что эти предложения либо информация в пространстве вокруг вас прям вот будет фонтанировать. Будьте гибкими и готовыми к переменам в ваших планах. Что касается ваших личных денег, их получения и трат, вы сможете в этот период получать прибыль от правильно спланированной ранее деятельности или же от той работы, ради которой необходимо трудиться. В общем, ситуация с деньгами стабильная, как и зарплата, у кого она имеется, а ее размер в этот промежуток времени будет зависеть от количества и качества выполняемой вами работы. Кто не работает, все может идти также по тому же сценарию, что и раньше, но и для поиска работы перспектива имеется в случае вашей активности и действий. В обучении, общении с коллегами, знакомыми, соседями, клиентами, братьями, сестрами, однокурсниками, а также в вопросах переговоров, ведения документации, заключения краткосрочных договоров, в недальних поездках и в вопросах, связанных с личным транспортом, в этот период могут присутствовать мелкие неприятности, недовольство и сомнения, а также временные трудности, решение которых потребует от вас приложить больше усилий, чем обычно. Со стороны людей, с кем вы ежедневно коммуницируете, может проявляться агрессия за спиной, либо же ложь в ваш адрес. Поэтому примите это за данность, не обращая внимания на неприятные моменты. Поищите выход из ситуации и по возможности отложите взаимодействие с неприятными вам людьми на более поздний срок. Отложите любые важные решения и относительно вашего личного транспорта. Постарайтесь не поддаваться сомнениям, не допускать лжи и неискренности в отношениях с людьми. И не делайте также поспешных выводов. Не следует также совершать глобальных переоценок в отношении собственных идеалов и окружающих вас людей. Постарайтесь понять, что временное отсутствие света – лишь предоставленная вам возможность видеть в темноте. И не сомневайтесь, сейчас у вас на это может хватить всех сил необходимых. В вопросах недвижимости, места, где вы проживаете, и вашей семьи, в этот период будут складываться благоприятные ситуации, когда произойдет обновление. Это также наступающее или наступившее завершение какого-то определенного этапа в вашей жизни относительно дома или семьи. Такого, например, как покупка и продажа, строительство или аренда недвижимости, либо же создание семьи и так далее. Через вашу активность будут происходить события, которые позволят достичь какого-то нового уровня жизни и прорыва. Во взаимоотношениях семейных будет присутствовать любовь, взаимная помощь и уважение. Добрые отношения, когда забота будет ярко выражена во взаимодействии с домочадцами. То есть дом как полная чаша. Для кого-то придет и облегчение после выполненных задач относительно недвижимости, ремонта, оформления документов, либо же заключения брака и сделок по вопросам недвижимости или же получения известий. А у кого-то, возможно, и ближайшее рождение ребенка или гости из другой страны. В любом случае, в этой сфере на данный промежуток времени вас ожидает получение закономерной награды за ваши труды, а также отдых и отсутствие беспокойства. Прислушивайтесь к себе,
Происходящее в вашем доме или семье оказывает мощное позитивное воздействие на вашу судьбу в целом. В плане отношений с детьми, в любви, в вашем хобби или собственном бизнесе, если он имеется, может сложиться ситуация безысходности или вашей боязни действовать, чтобы не создавать себе проблему. Могут случиться конфликтные ситуации в результате глупости или неправильных действий. Корень проблемной ситуации может быть не только из-за ваших действий, но и из-за ситуации в школе, например. Также может быть из-за действия ваших детей, любимого человека, ваших учеников и так далее. Я бы рекомендовала вам на весь промежуток времени поставить на себя и ваших детей, либо же на вашего любимого человека, любую магическую защиту. А на моем канале есть практика защиты Рейки. Ссылка есть в описании под этим видео. Что касается вашего здоровья, бытовых вопросов, долгов и подчиненных, у кого они имеются, то наступает благоприятное время для решения вопросов, связанных с вашим здоровьем, либо с ежедневными рутинными обязанностями, либо с подчиненными или людьми, которых вы нанимаете для помощи себе по дому. Физическое и эмоциональное самочувствие будет хорошим, также возможно быстрое заживление ран и эффективное лечение в случае хронических заболеваний и любых простудных. В бытовых вопросах вы можете добиваться высоких результатов с помощью каких-то нестандартных подходов. В рутинных делах, также обязанностях, вы способны будете правильно составить планы и усилить вашу работоспособность. И тогда множество мелких задач сможете довести до логического завершения. В том числе и по вопросам отдачи долгов, для кого это актуально. Взаимодействие с вашими подчиненными или же помощниками наемными, которые для вас помогают в быту, отношения могут сложиться и взаимодействие весьма плодотворно, в особенности с представительницами слабого пола, то есть женщинами. В плане партнерских отношений, личных и деловых, а также относительно открытых врагов и конкурентов, в этот период может случиться разрыв с партнером, причем, возможно, в результате вашей глупости. В отношениях может присутствовать охлаждение чувств или же охлаждение взаимного интереса. Либо же какие-то тайны со стороны партнеров или открытых врагов за вашей спиной. Аналогичная ситуация с явными оппонентами. Может быть обман с их стороны. Какие-то, так сказать, подводные камни в виде заговоров и скрытых козней. Поэтому в этот промежуток времени вам следует серьезно оценить свои способности и возможности, присматриваться к вашим партнерам или же открытым врагам и отказаться от части своих планов во взаимодействии с вышеперечисленными людьми. Также рекомендую любого рода энергетическую чистку и напоминаю, что на моем канале есть практика чистка Рейки. Ссылка есть в описании под этим видео. В плане получения денег от партнеров, заказчиков, контрактных организаций, а также получения кредитов, в этот промежуток времени будут происходить судьбоносные события. Вероятно, вы узнаете информацию, которая повлечет за собой кардинальные перемены. Или же разгадайте какие-то тайны, выясните скрытые мотивы людей, влияющих на получение денег вами от партнеров. В некоторых случаях также это может быть раскрытие мотива вашего сексуального партнера или, в принципе, любого партнера, в том числе делового. Могут сложиться также счастливые для вас события, которые прояснят ситуацию, и вы сможете выйти из тяжелого положения относительно получения прибыли в виде крупных денег, кредитов, контрактов и так далее. В любом случае, это прекрасное время для обдумывания сложившейся ситуации и время заботы о материальной стороне вашей жизни, ну, соответственно, и фундаменте своего финансового благополучия в будущем.
плане дальних поездок, переговоров с заграничными партнерами, родственниками, знакомыми, здесь возможно достижение результата по ранее спланированному поводу. То есть, если вы планировали отпуск или дальнюю поездку на этот период и уже готовились к нему, к поездке или к отпуску, то это все будет успешно. То же самое касается и высшего образования, обучения и так далее. Все будет происходить циклично, без непредсказуемостей, согласно привычному вашему расписанию. Что касается отношений в социуме, вопросов реализации ваших планов, карьеры, ваших жизненных целей, в этот период вас ждет благоприятный исход любого предпринятого дела, в поиске работы, продвижении по карьерной лестнице, в смене вашего статуса, во взаимодействии с социумом будет присутствовать как удача и исполнение желаний. Вы будете проявлять уверенность в себе, а также почувствуете удовлетворение от предпринятых действий. Также руна предупреждает, что события потребуют от вас проявления воли, поэтому необходимо рассчитывать и трезво оценивать свои силы для того, чтобы вовремя давать себе передышку для восстановления сил. В сфере общения с близкими друзьями, единомышленниками и высокопоставленными лицами, а также в вопросах, связанных с интернетом, этот период предвещает преодоление трудностей, победу в делах, связанных с сетью интернет, и во взаимодействии с высокопоставленными должностными лицами. Также получение максимальных результатов и помощь от единомышленников в достижении вашей цели может вас ожидать. Что касается общения с близкими друзьями, то это активное время важных судьбоносных событий, интересных встреч и сильных эмоций. А для кого-то это и новые знакомства с людьми, схожими с вами во взглядах и жизненной позиции. Главное условие – вам самим проявлять активность и быть инициатором в событиях этой сферы жизни. Действуйте уверенно и решительно, потому что есть большая вероятность повысить свое влияние и авторитет во взаимодействии с этими людьми, а также в вопросах, связанных с интернетом и высокопоставленными должностными лицами. В плане личных переживаний, скрытых талантов и способностей, в том числе и ваших тайных врагов, в этот период вы будете не только размышлять и ставить себе новые планы на будущее, но постараетесь и осуществить задуманное, мечты ваши, чаяния с целью обрести материальную независимость и получить собственную выгоду в происходящих ситуациях. Даже если от вас потребуется ставить интересы окружающих выше своих и уважать и принимать чужое мнение, все же в действительности вы будете полностью зеркалить поведение людей, с которыми взаимодействуете. По принципу «ты мне, я тебе» или «как ты со мной, так и я с тобой». Причем это будет происходить не эмоционально, а скорее справедливо и уравновешенно. Приходит осознание того, что на самом деле вокруг человека обычно немного искренних и преданных людей, на которых можно полностью положиться. И именно такой серьезный подход ко всем событиям дает вам возможность достигать успеха и сохранять его, а в любых новых начинаниях получать богатые результаты и плоды. И если говорить про ситуацию в целом, и про энергетику этого периода, то наступает время, когда недоброжелатели или завистники могут проявлять активность, хитрость и манипуляции, а недруги могут попытаться испортить положение ваших дел. А потому следует стараться трезво оценивать, кто ваши реальные враги. Вам придется пересмотреть линию своего поведения, что-то изменить в своих поступках и сломать инерцию прошлых привычек. Будьте способны противостоять наговорам и дать отпор недоброжелателям, потому что врагов не стоит недооценивать.
так как по их инициативе могут случиться серьезные конфликтные ситуации. Поэтому в данный промежуток времени лучше не ждать помощи, а верить исключительно в себя, но и не отказываться от поддержки друзей, если они вам будут ее предлагать. Также рекомендую использовать любого рода энергетическую и магическую защиту. Еще раз напоминаю, что на моем канале есть подобного рода практики. Ссылка будет в описании под этим видео. Карта Луна. Относительно этого периода у вас могут возникнуть нехорошие предчувствия, но знайте, что как минимум половина из них полностью лишена основания. Если же вы позволите себе плыть по течению собственных негативных эмоций, то испортите себе настроение непременно. Итак, настройтесь на позитив, и пусть это время не принесет с собой ничего особенно выдающегося, однако и чего-то дурного тогда тоже не случится.